Белые банты, фартуки и красные ленты. В этот день ученики с грустью прощаются с любимой школой. Юлия Сафонова с детства мечтала стать врачом, поэтому изучению естественных наук уделяла особое внимание. Под руководством заслуженного учителя России Эльзы Кожановой 11-классница стала призером регионального этапа Олимпиады по химии. Уроки, которые вела Эльза Алексеевна, не забудутся никогда. Последний урок, он был вчера, первые два урока. Мы сидели и запоминали каждое мгновение, потому что мы знали, что к этому мы больше никогда не вернемся. А воспоминания эти действительно очень дорогие и ценны для каждого из нас. Волнительным последний день в школе стало для Елизаветы Пановой. Ну, вообще школа дала нам очень много. И было много веселых моментов, каких-то странных, как мы убегали с уроков и нам ставили двойки. Но ничего страшного, в аттестате хорошие оценки, это радует. А с друзьями, с которыми мы познакомились в школе, я думаю, мы будем общаться после окончания, потому что наш класс очень дружный и классный. В этом году школьные парты лицея номер 6 покидают 75 11-классников. Поздравить учащихся приехал глава города Игорь Куцак. Безусловно, это трогательный момент, осознание того, что ты становишься уже взрослым, у тебя открываются новые горизонты. Ну, наверное, где-то с грустью расставаться с уже теплыми, добрыми стенами школы родной, с друзьями. Я нашим ребятам искренне желаю блестяще сдать все экзамены. А это выпускники самой молодой школы города, 61-й. Напутствие на будущую жизнь ученикам дал заместитель губернатора Виктор Карамышев. Взрослая жизнь – это время, наполненное принятиями решениями, новыми достижениями, свершениями, покорением новых вершин. И я хочу, чтобы в эту взрослую жизнь вы взяли все лучшее, что вам удалось приобрести в жизни школьной. В день последних звонков грустят не только школьники, но и учителя. Классный руководитель Дамир Навлютов делится. Ребята стали для него настоящей семьей. На самом деле мне грустно, потому что, ну как, это же мой самый первый мой класс. Я, безусловно, они все здесь живут рядышком, их увидишь, но вот уже не соберешь их в классе, не дашь им урок. Грустно, но и радостно все-таки. Они идут в жизнь, в большую жизнь. Я надеюсь, я научил их всему, что должен был, и они там не пропадут. Пока одни ученики прощаются со школой, другие этот путь только начинают. Своими советами выпускники делятся самыми маленькими. Мне с ними очень нравится дружить. Они мне что-то рассказывают всегда, как они выходные провели, чему они научились. Впереди ребят ждут выпускные экзамены, а после – взрослая жизнь. Диана Горянова, Геннадий Воробьев. События дня.